Всем привет! Меня зовут Влад4, Кобяков, Глент! Давай по новой, Миша, все хуйня! Здравствуйте, дорогие поклонники SCP или поклонники Влада4. Сегодня я решил разузнать, как же зовут главного героя в игре SCP Cartament Bridge. Наш главный герой состоит в классе D. Из начального документа я узнал, что он под номером D9341. Если хорошо порыскать в SCP-1162, то есть же дырки в стенке. Ой, фу. Она на меня к***ла. Эта дыра на меня к***ла, ребята. То вы можете найти памятные предметы, среди них бэджик, на котором мы узнаем, как зовут главного героя и как он выглядит. Если вы не врубаетесь, почему я думаю, что это он, при подборе этого бэджика главный герой возглашает, что этот парень похож на меня. Вот так мы и узнаем, что нашего персонажа зовут Бенджамин Оливер Уокер. Теперь нам надо найти смоделированную его модель. Не сильно долго искав эту модельку, я ее нашел. Итак, персонаж выглядит вот так. А сама текстура, кому интересно, выглядит вот так вот. По сути, теперь нужно узнать, из-за чего наш D9341 попал в тюрьму. Также из этой дыры в стене мы можем достать ключ, и наш главный герой произносит. Это случайно не ключ от той старой деревянной лачуги, в той, в которой я... Нет, не может быть. Это очень странно, и я обратил на это внимание. Немного подумав, в голове у меня сложилась картина, что это ключ от лачуги, где главный герой кокнул кого-то. Но причин попасть в тюрьму много, скажете вы. И вы будете правы, но я скажу вам один интересный факт. В класс D отправляют людей с пожизненным заключением или приговоренности к смертной казни. А вы, как я думаю, сами знаете, как, например, в США с этим все строго. Итак, делаем выводы. Наш главный герой является Бенджамином Оливером Уокером. Был заключен на пожизненно или смертную казнь. На момент игры он сотрудник класса D под номером 9341. Имеет среднее телосложение. В игре SCP Cartament Bridge. Если вам было интересно узнать что-то новое, поставьте лайк и подпишитесь на канал. А я... Уё бываю.